Роль некоторых третьих сторон в разжигании реваншистского поведения Армении вызывает большое беспокойство, поскольку побуждает ее к усилению военных провокаций и воинственной риторики. Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, выступая на 29-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Подход Азербайджана четкий, последовательный и основанный на международном праве. Стороны должны в срочном порядке согласовать юридически обязывающий документ, который закладывает основу их межгосударственных отношений. Этот документ гарантирует их права как двух равноправных суверенных государств и является основой для решения всех вопросов, представляющих взаимный интерес, сказал министр. Джейхун Байрамов отметил, что, несмотря на увеличение динамики двусторонних переговоров, прогресс в направлении трех основных направлений процесса нормализации армяно-азербайджанских межгосударственных отношений, то есть подписание мирного соглашения, делимитация границ и открытие региональных коммуникаций, Остается весьма ограниченным. Во всех трех измерениях Армения привержена имитационной практике прошлого, а не искреннему участию в процессе. Несмотря на словесные обязательства по мирной повестке дня, Армения пытается уклониться от выполнения своих обязательств. Направление миссии по оценке потребностей в Армению без консенсуса является явным нарушением мандатов, принятых коллективной волей всех государств-участников. Министр сказал, что Азербайджан призывает организацию исправить грубое нарушение своего мандата. С окончанием 30-летнего вооруженного конфликта с Арменией, Азербайджан в настоящее время приступил к устранению его негативных последствий. Создание условий для безопасного и достойного возвращения сотен тысяч вынужденных переселенцев в свои дома и обеспечение мирной жизни в постконфликтные районы являются абсолютным приоритетом для правительства Азербайджана. Азербайджан свободен от оккупации. Недавно первая группа семей вернулась в село Агалы, которое было восстановлено на основе концепции умного села Зангеланского района, отметил Джихун Байрамов. Глава Мид подчеркнул, что Азербайджан полон решимости реинтегрировать проживающих на постконфликтных территориях граждан армянского происхождения в свое политическое, экономическое и социальное пространство. По словам главы внешнеполитического ведомства, Азербайджан гарантирует, что эти армяне будут иметь те же права и свободы, что и все граждане. Конституция Азербайджанской Республики в этом смысле обеспечивает прочную правовую основу. Диалог и связи, которые были усилены в последние месяцы между официальными лицами правительства Азербайджана и местными этническими армянами, должны поддерживаться и быть стабильными, подчеркнул министр. Джихун Байрамов отметил, что загрязнение освобожденных территорий минами, которые в больших масштабах закопаны Арменией, является главным препятствием по восстановлению территорий, возвращению беженцев и вынужденных переселенцев. После подписания трехстороннего заявления в 2020 году жертвами мин стали 268 человек. Погибли 45 человек, из них 35 мирных жителей. Неспособность Армении предоставить Азербайджану полные и точные минные карты всех освобожденных территорий приводит к новым смертельным случаям и травмам. Около 55% всех инцидентов с минами происходят в районах, где Армения не делится какой-либо информацией о своих минных полях. Напротив, Армения продолжает самопроизвольное захоронение мин на территории Азербайджана. Недавно на территории Азербайджана было обнаружено 350 мин. Все они были произведены в Армении в 2021 году. Всего на суверенной территории Азербайджана было обнаружено более 2700 мин, произведенных в Армении в 2021 году. Эти мины транспортировались по Лачинскому коридору. Это просто открытая эксплуатация коридора, предназначенного для гуманитарных целей, сказал министр. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.